Он продолжает трудовую династию, хотя в Росгвардию Реал Бабаев пришел не сразу. Вначале работал судебным приставом, и вот уже 3 года как несет службу здесь. Рассказывает, ему нравится помогать людям, поэтому работа в Росгвардии ему больше по душе. Там бумажная работа, здесь работаешь на земле, общаешься с людьми, находишь с ними конструктивную обратную связь, предоставляешь. Диалог находишь общий с людьми, а там чисто с бумажками. Утро Реала Бабаева, как, впрочем, и других сотрудников Росгвардии, ежедневно начинается с планерки. В актовом зале звучит разнарядка и ставятся задачи на день. В свой профессиональный праздник бойцы, как всегда, на службе. Хочется поздравить всех сотрудников, работников, ветеранов с 72-й годовщиной со дня образования вневедомственной охраны, пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и всего самого наилучшего. Пожелать вам новых успехов в служебной деятельности. Их главная задача – обеспечивать общественный порядок. И не только. Сотрудники Росгвардии охраняют имущество граждан. Защитить бизнес, недвижимость и автомобиль помогает сигнализация. При попытке вскрыть замок на пульт дежурного поступает сигнал. Сотрудник связывается с экипажем и дает ориентировки. Под эти нужды и сформировали отдельное подразделение Росгвардии вневедомственную охрану, которому 29 октября исполнилось 72 года. Химкинский отдел вневедомственной охраны решает актуальные задачи города по защите граждан от преступных посягательств. Проводится набор граждан на должности младшего начальствующего состава, полицейский водитель, старший полицейский. Тогда, в 1952 году, для безопасности ключевых предприятий были сформированы первые ячейки из сотрудников МВД. Сейчас служба охраняет порядка 1,5 миллиона объектов по всей стране. Избавлять обороты сотрудники Росгвардии не собираются. Эта служба постоянно пополняется новыми бойцами, которые с честью несут свою службу. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.